Земля, Россия, с которой Алла до Тихого океана, таит в себе тысячи загадок. Главный из них – кем были обитатели разрушенных городов, останки которых то там, то здесь находят в глухой тайге и в диких горах. На Урале до сих пор находят останки разрушенных цивилизаций, которые еще не так давно тут жили и процветали. Но что за катастрофа изменила данные земли? И почему древние арабы пару веков назад называли Сибирь страной опустошенных городов? Давайте разберемся. Странное дело, ведь некоторые темы, которые обсуждались не раз, порой часто всплывают и спустя время, не теряя своей уникальности и как-то неожиданно напоминают о себе. Наша Сибирь тут не стала исключением. Об Урале говорили много, только вот появляются новые поразительные факты, подтверждающие правдивость информации, полученной ранее, и неподтвержденные документально по сей день. На Урале и в Сибири до сих пор находят города, целые заброшенные останки цивилизаций, о которых историки попросту молчат. Для простого обывателя Урал – это горы и леса. Он поражает воображение своими огромными возвышенностями, возникновение которых невозможно представить себе без участия цивилизованного уровня разума. Ведь для возведения таких сооружений нужны были огромные навыки управления человеческими и природными ресурсами. Иначе, как создать такое? Например, высота этих пирамид достигает несколько сотен метров, а черной сопкой Каратак достигает и более 700 метров. А что вы скажете про эти необычно правильные формы уральские пирамиды? Как это все могло образоваться? Все это состоит из огромных размеров камней, явно не механическим способом обработанных. Только подумать, когда-то давно все это почиталось нашими предками. Тут часто вблизи этих пирамид местные устраивали богатые захоронения, посвященные своим выдающимся вождям и князьям. Причем в этих местах фиксируют сильное электромагнитное излучение. Правда, таких захоронений было не так уж и много. А малочисленность таких захоронений объясняется просто. Великаны жили долго, очень долго, тысячи лет. Что за великаны, спросите вы. Скоро вы все сами поймете. СССР – сверхдержава. Первое в мире социалистическое государство. Советский Союз спас мир от фашизма. Первым отправил человека в космос и имел огромную экономику, которая производила 20% мировой промышленной продукции. Труд советских людей покорил атом, создал электростанции, заводы, железные дороги, больницы, школы, дал бесплатное жилье, образование и медицину миллионам людей. Советские ученые двигали мировую науку вперед, а спортсмены установили сотни мировых рекордов. Советские кинематографы и искусство процветали, а люди были самыми читающими в мире. Было ли все так хорошо в Советском Союзе? С какими проблемами сталкивалась социалистическая сверхдержава? И почему Советский Союз развалился? Узнайте главное о Советском Союзе в новом видео на канале Лекторий Достоевский. Переходите по ссылке в описании к видео и подписывайтесь. Однажды в одной из уральских пирамид, которую местные называли Кум-Тигей, специалисты нашли каменные блоки искусственного происхождения. Ну, нашли и нашли, спросите вы. Только вот из таких блоков была сложена практически вся пирамида. И судя по качеству обработки камней, людям пришлось над ними изрядно потрудиться. Ведь добиться такой грациозности – дело весьма непростое. Кроме обработки, отдельные стороны блоков были покрыты черной смолой. Ее анализ показал, что добыта она была не менее 30 тысяч лет тому назад. А сами исследователи предположили, что смола была отражателем, как зеркало. То есть эти блоки, которые были покрыты смолой, можно было увидеть за сотни километров. И похоже, что это была какая-то караульная пирамида, с помощью которой осуществлялась связь между народами этой цивилизации. Но если вы просто решитесь пройтись по лесам Урала, то обязательно встретите подобные мегалиты. Они тут на каждом шагу, серьезно. Они имеют четкие углы, срезы, что совершенно однозначно наводит на мысли об их искусственном происхождении. Кроме того, на конусе ученые обнаружили скальные элементы, тоже искусственного происхождения. Здесь же была найдена та самая смола, что и на некоторых обработанных камнях других пирамид. Но здесь она использовалась уже в качестве связующего материала. И после некоторых исследований стало ясно, что основание конуса было природным, а все остальное уже было сложено людьми. И по всей видимости, идея строительства мегалитических пирамид на Урале принадлежала какой-то цивилизации, у которой были пока непонятны для современных специалистов цели. Но почему-то многие до сих пор полагают, что это так природа постаралась. Но полагаю, тут все ясно и без лишних домыслов. Перед нами осколки конструкции стланника и базальта с следами механической обработки. Кто это делал, мы не знаем. Потому что в обозримом прошлом места, где были сделаны эти находки, были абсолютно необитаемы. Ну это по крайней мере по официальной истории. Ясно, что это следы не нашей цивилизации. Ясно также, что изучать их официально наука даже не собирается. А еще есть серьезные основания подозревать, что кое-кто знает об этих артефактах значительно больше,
но по какой-то причине предпочитает замалчивать. Здесь оптимизм внушает только одно, что не все люди равнодушно относятся к истории нашей страны. А сейчас давайте посмотрим на удивительные фото, которыми поделился со мной один из подписчиков. Неужели это пирамида с усеченной вершиной? А это результаты работ Грейдера? А вот еще одна площадка на главном Уральском хребте. И теперь хочется спросить историков. Неужели природа постаралась? А про пирамиды? Что вы скажете про пирамиды Урала? Да там их полно. Это вам не заезженный Египет со своим песчаником, а настоящие мегалитические куски камня. Цивилизация пирамид существовали также и в Сибири, на Кольском полуострове. Использовались они до некого потопа, но вызванный неземными силами потоп уничтожил все сразу, оставив нам только останки прошлой цивилизации. Конечно, специалисты признают, что в истории цивилизации Земли было несколько глобальных катастроф, которые почти полностью могли разрушить удивительные для человеческого разума технологии. Только вот цивилизации пирамид, мегалитов, с непонятными для нынешних ученых целей, создавались под явно неземной уровень. Ведь даже сейчас, в 21 веке, мы внятно не можем понять, кем это было создано и для чего. Но помните, в начале видео речь заходила об великанах. Среди старцев Урала до сих пор ходят легенды о том, что многие-многие тысячи лет тому назад здесь жили люди необычно высокого роста. И это были не аномалии этнические, речь идет о цивилизации, которая объединяла несколько народов высокого роста, высотой с дерева. Также другой арабский историк, Иль-Гарнати, видел необычных размеров великана и даже поговорил с ним. Если верить уральским легендам, которые старше всех этих историков, то эти гиганты обладали высокого уровня технологиями, которые пониманию людей просто недоступны. Но сама гибель этой цивилизации не произошла естественным путем, как всечеловеческие, а стала результатом глобальной катастрофы. И тут, как раз мне кажется, многое встает на свои места. Если для нас с вами это огромные камни, которые мы называем мегалитами, то для народов прошлого это не было чем-то выдающимся, ведь с конца 20 по начало 21 века на громадной территории Урала в массовом порядке исследователи начали находить так называемые мегалитические постройки, которые позволяют нам говорить о совсем новой странице в истории. Здесь же можно найти все типы мегалитических построек, которые только известны науке, и все это у нас на Урале. Это и менгиры, и стоячие камни, дольмены, каменные столбы и гробницы, и даже останки целых каменных городов, которые скрыты под землей. Только уже растительность закрывает эти гигантские стены и пирамиды. Ведь только в Свердловской области за последние 8 лет были обнаружены и описаны 350 дольменов. Только вдумайтесь в эту цифру. И стоит понимать, это же не все, что нашли. Были и другие мегалитические памятники. Но самой древней находкой по праву можно назвать вот этот идол. Он был сокрыт в глубине сибирских руд, в прямом смысле этого слова, и называют его Шигирский идол. Это огромная статуя из монолитного ствола лиственницы со скрещенными ногами. И смотря на него, создается впечатление, что идол идет. Ее откопали золотодобытчики в конце 19 века, когда северо-западнее Екатеринбурга открыли на Шигирском торфянике залежи рассыпного золота. В высоту этот идол достигает 5,3 метров. Если присмотреться на идол, на нем выявлено 7 личин. Одна сверху, объемная, и по 3 с лицевой и обратной стороны. Все они венчают отдельную фигуру. И фигуры при этом все разные. И весь идол покрыт орнаментом и знаками, не прочитать, не постичь смысл которых ученые пока не в состоянии. Согласно данным радиоугольного анализа, возраст идола составляет 9500 лет, что означает, что он гораздо старше египетских пирамид, цивилизаций майя, инков, Вавилона, Греции и Рима и прочих самых древних древностей и любых других народов планеты, которые приписывают себе древнее происхождение. Не говоря уже о тех, кто на голубом глазу утверждает, что Бог сотворил мир 7510 лет назад. Но не будем забывать, что по мнению ортодоксальных ученых, письменность в Евразии появилась на 3 с лишним тысячелетия позже. А вывод из всего этого очень простой. Как минимум 9500 лет назад, когда цивилизация вышеупомянутых народов еще и в проекте не было, на территории Урала существовала развитая цивилизация с довольно-таки высоким уровнем культуры, владевшая инструментами и технологиями обработки природных материалов. И люди этой цивилизации также говорили на русском языке. Кроме того, на Урале даже сохранились мегалитические сооружения, которые были созданы задолго до этого времени. И причем следы такого рода сооружений разбросаны по всему миру. В большинстве мест они сохранились в виде отдельных участков древних мегалитических стен, а где-то даже построек из гигантских блоков. Но некоторые впоследствии настраивались. Ну а самым монументальным из них является Баальбек, о котором многие слышали, сооружение на храмовой горе в Иерусалиме, мегалиты у западных берегов Кубы на глубине около 300 метров, где прекрасно просматриваются улицы, башни, пирамиды. А это просто подводная пирамида на озере Фусянь,
в юго-западной провинции Юньнань, Китай, и высота ее 19 метров. И какой же вывод из этого всего можно сделать? Мы часто ходим вокруг да около, даже не замечая, что у нас находится под носом. Мы изучаем Южную Америку, Северную, Китай, Европу, но так мало знаем о нашем Урале. А именно в Урале находятся древнейшие в мире Уральские горы, которые хранят множество тайн. И это целая страница в нашей переписываемой истории. И только совсем недавно, благодаря энтузиастам и путешественникам, Урал нам начинает приоткрывать свои секреты. Вот такое вот вышло видео. Подписывайтесь на канал.